Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение партии за Грузию на карте Средиземноморья в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А также напоминаю, что я провожу опрос на лучшую и худшую цивилизации в Sid Meier's Civilization 6. Ссылка на этот опрос находится в прикрепленном комментарии к этому видео. Пожалуйста, поучаствуйте! А еще спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо большое им за поддержку. Ну и, конечно, всем моим зрителям приятного продолжения просмотра. Долгожданный дождь, засуха в Акаде. То есть вот эта засуха считается какаду? Типа, убивает у него жителей или что, не пойму. Может быть, дали пройти наконец-то. Дед, а ты можешь убрать разведа у Иерусалима? Так. Сулейман сделка. Оборонительная Сулейман, тактика. Сулейман, так, подожди, дайте я посмотрю здесь, кого-нибудь обстрелять могу из варваров. Похоже, нет. Ну, жалко, что... Блин, вон он был. Португалия, у тебя будут еще одни киты? Очень не скоро. Жаль. А, немец, у меня вот следующим ходом мед второй будет. О, отлично, поторгуем. Ну, конечно. Так. Может, реально селитру открыть? Без акведука. Ну, как бы у меня нету просто даже сейчас времени пока ставить. Или просто в картографию пойдем. А, нет, просто в... Нет, давайте машиностроение. Знаете что? Эти машиностроения пока... Военную традицию можно открывать. Франция, что с Римом делать будем? Что говорит? Венгр. Так, плюс 100 к оборонительным зданиям. У него еще сверху немец. Ну, потом... давай! И, наверное, все-таки к священному месту тут. Ну, тебе нужно переживать больше всего. Я как бы еще за горами, мне, ну, меня еще Венеция спасает. А чего вы решили, что я буду воевать? Будет сидеть, строить домики. Как бы. Строить домики, а потом улетит. И все. Там... Улетит, то снесет на самолетах, как говорится. Там проход что от Франции, что от Венгрии по одну клетку. Там от меня... Плотоводец набился. Мгновенно предоставляет квадрирему. Кстати, ничего так. Нет, предложение. Пойдем попробуем квадриремой кого-нибудь убить, ну, чтобы прокачать. Как-то морскую традицию, по-моему, называется. Так, а вон грек, наконец-то. По одной хоть боюсь уже поселенца отправлять. Вы так, так что между Польшей и Венгрией поделили украинские города? Да, точно. Ну, а что, кампус? Я, наверное, какой-нибудь город тоже Киевом назову, но, наверное, я его единственное, что чуть-чуть по-русски напишу через Е.
Если точнее. Потому что у меня на скорейске там будет стоять. Это первый называется украинский, потому что у меня почти вся территория на Украине. Почти города, они на территории. Знаете, я, наверное, этого сюда отведу, чтобы вырубить под кампус место. Он тоже хотел, видишь? Нормально говоря, кстати, вот Лукачева по-хорошему должно к Венгрии очень долгое время относиться. Очень долгое. Ну, мне хочется забрать этот лагерь, потому что это все-таки ускорение техом. Когда-нибудь. Потом вернемся. Фига себе, Португалию встретил. Сколько там у Португалии вход? Признавайся сам. Копейки, Лёша, копейки. Сейчас глянем. 76. Нормально. 77. Нет, вход, наверное, входит. Ну, да, вход, вход. Да, 76 вход. Нормально, нормально. У меня минус 3. Не сильно далеко тут. Да, я, Катя, не ожидал встретить Португалию вот сверху около Польши почему-то. Я думал, на море встречу. Хлопок у меня, по-моему, есть. Здорово. Еще и венгр встретил. Здорово. О, у венгра оливки и вино. Венгар, предложение. Не вижу. Пол, это я... Подожди, португалец, это тебе ушло, что ли? А что я тебе предложил, португалец? Я даже не посмотрел. Nice trade. Странно, я точно венгру посылал. Друзья, мы с тобой обнимаемся? А, может и нет. Ладно, венгер, вот еще тебе предложение. А ты, наверное, вином торгуешь, да? Ты, блин, я все иду, 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 что-то твоих городов вообще не видно. Я бы тут рабочего купил. Сколько он будет стоить? 140. Гавань. Наверное, все-таки сначала маяк, потом храм. Драму и поэзию. Я стены же хотел. Нет, это я пока, наверное, не буду ставить. Поселенцев нет. Может, все-таки стены построить? Ну, в один ход они должны у меня явно строиться в городах. Эту карточку пока убрать до открытия стен средневековья. Кстати, где они? Я их даже не вижу. Так. Привет, Грег. Привет. Прими сделку.
Казбек, конечно, Блин, я ж там еще хотел клетку купить. Давайте я, наверное, лучше клетку куплю, чем рабочего. Но это просто очень крутые клетки. Согласитесь. Так, а кого я еще не встретил? Кого мне еще надо искать, плыть? Еще двоих. Францию и Германию, в общем-то. Не буду обращать этот город. Поплыву, лучше турка обращу. Да, ё-моё. Ладно, отступаем. Тут мы уже ничего не сделаем с мечником. Тем более, что мы раненые. Давайте, наверное, военную инженерию. Древние стены я как раз сейчас... А, я уже сделал? А, так я сделал древние стены. Стоп, давайте тогда так. Математику я, по идее, кампусом должен ускорить. Тогда военную инженерию, а потом математику. Может, апостола взять? Я не знаю, я храм Махабодхи слишком долго буду строить. Мне кажется. Плюс, знаете что... Блин, подождите. Подождите, давайте-ка я лучше здесь поставлю промышленное производство на чае. Ну, наука. Что, видите, Тбилиси, это еще 15% науки будет. Что, я думаю, норм. Норм пойдет. Ребята, насколько дружба заключается ходов? 20. Наведи, да. Наведи на дружбу, и там будет написано. Так, в принципе, на 20. Не-не, сколько... Если сколько, максимум 20, если вообще, ну, ну иди. Блин, а этот скаут откуда? И этот? Что, с этих вот, с этого лагеря доперлись? Ничего себе. Так, мечник, не беги за мной. Иерусалим. Почет, караван. Ну, знаете, наверное, пока нет. Я бы сейчас эти караваны, ну, из Телави, например, отправил, да? Чтобы дороги были. Ну... 15% науки. Пойдем немца искать. Потом француза. Так я, в принципе, всех встретил, как ни странно. Я думал, кстати, португальцы не так быстро. Но у него способность, в общем-то. Ему надо всех быстрее встречать. Я думаю, он там скаутов набахал сразу. Хочу посмотреть, сколько у него опять вход денег. Нет, ты не должен был. Португалия 124 вход плюс.
денег. Красиво. Ну, для Португалии неудивительно. Португальца, вот ты уже всех встретил? Признайся. Он только шестерых встретил. Что удивительно, что... Да ладно, меня даже встретил, а... Только шестерых. Просто я удивлен, что мы с ним встретились, хотя мы как раз вдвое с самого крайнего. Я на самом, самом справа, он слева. Теперь же следующим ходом. Давайте. О, согласен. Рим, можешь подвинуть своего дуболома? Нет, не могу. Следующим ходом? Нет, я его не буду двигать вообще. Тогда я пройду просто. Ты уже тут был? Тогда, Берта, возвращаю Венеции. Ну, я думаю, Венеции все равно. Где треть? Красивые клетки все-таки на этой речной пойме. Да. Единственное, что здесь красивое. Да, да, тоже согласен. Решил колосс строить, но я боюсь, что будет... Что насчет религии? И Рим, и... Сейчас смотрю, смотря что у тебя. Блин, а где селитра? Ой, блин. Ну? Наверное, без селитры. Хотя можно, кстати, попробовать туда отвезти посела. Крайне мере, пока. А кто... предлагает. Так, пока у нас тут перерывчик, во-первых, надо Египту кинуть дружбу. Во-вторых, глянуть, что по ресам. А, еще мне Грек кинул дружбу. Ну, а что нет? Так, с Польшей можно торговать. Киты у меня вроде есть. Давайте с Польшей медом. А, у меня ничего ей предложить, подождите. Ну, я сейчас обработаю, на самом деле, чай. Когда куплю рабочий. Давайте, наверное, я предложу Польше мед на чай. Пока. Эй, а что торопиться? Зачем мне ей давать счастье, да, раньше времени? Не, давайте тогда подождем. Так, тут, ну... Видите, героические ребята повыходили, были в темном. Кто знает, откуда у меня может идти вера в городе, если у меня ни одной клетки в городе с верой нет. Религия? Религии тоже нет. Какие-нибудь клетки рисуют? Так, ну монументальность беру. А, именно те, что я обмениваюсь? Город государство. Да, город-государство. Когда находишь на веру, там написано, от чего идет.
Там пишет один от модификаторов и 20% от довольства, то есть плюс 0.1. Модификаторов. Тебя не стоит карточка на плюс 1? Нет. Вере. Там карточка, там что еще можно? А, все, я понял, у меня автократия. Валим пока. Так, тут надо карточку поменять. Оборонительные здания нам не нужны. Военных лагерей и зданий. Ну, это, кстати, и на гавани работает, как я уже много раз говорил. Может поставить на чудо? Сколько у нас калус? 6 ходов. Давайте, наверное, на чудо поставлю. Содержание юнитов. Ну, нет, наверное. Грек, ученого забирай. Давайте, наверное, на чудеса. Слушай, немец, а что ты там по религии решил? Какая лучше? Тебе. Блин, хороший торговец. Протестантизм или католицизм? Так, давайте этого скаута тоже убивать. Он вроде сказал католицизм. Да? О, отлично, я миссионера прям заступил. Блин, поляк, где твои границы? Я все иду. Слушай, я потом сейчас дойду, город поставлю, чтобы границы были. Там, где место. Это, кстати, где сейчас? На Дону или на Днепре уже? Грузин. Нет, я. В Арту прошу. Там буквально вниз клеток, ну, 7-8. Так, давайте пока средневековые ярмарки. В линию города, просто в линию. Ну, мне вот по Днестру прям так увлекли. Хевсуров, я уже могу хевсуров создавать. Нет, я еще не могу. О, мистер, ты это. Математика, военная подготовка. Ну, что лучника апну позже. Вот, блин, Египет и Иерусалим захватил. По-моему, все тут. Жаль. Ну, я все равно. О, а я как скажу. Миссионера, сейчас тебе понесу. Так, тут. Кстати, я открою. Да, я тут. Ингресс. От меня, я предлагаю от меня научный, а плюс сток, ну, я согласен насчет центра коммерции. А много у нас против. Научных? А, Женева еще есть. Тогда да, давайте научные. Я бы наоборот плюс 100 именно к кампусам, чтобы народ догнал по науке. Вам не кажется? Не, ну я, например, сейчас строю... Просто, ну, мне центр коммерции, ну, понимаешь, есть половина цивилизации, которая на море, которым центр коммерции, ну, вообще-то да. Нахрен не нужен. Ну, то есть я не буду за центр коммерции. Запретил, потому что у меня так вышел далеко еще. Но я за ваш центр. Окей, это давайте я... тогда центр города, чтобы никому не... О, писать. Центр города, тоже, о, кстати, я... кайф. Да, Катя, вы сможете стены построить, например. Центр города. Я, ну, короче, да. За центр города и запрещаю, не дают бонус научные города-государства. Да. Вот, а может какие-нибудь другие? Я еще хотел сказать, что странное, вот я считаю, что Конгресс все-таки в шестерке странно сделан. Во-первых, вот эти предложения рандомные, что, ну то есть это дурость. Вот в пятерке было прикольно, что лидеры могут предлагать как раз предложения и за них голосуют. А тут рандомное, знаете, тут, ну, такое. А во-вторых, опять же, в пятерке Конгресс начинался тогда, когда... Либо встретили все... Там, нет, надо было, чтобы хоть кто-то встретил все цивилизации и вышли там в индустриализацию, все, да. Например. Ну, то есть, если нету никого в игре, чтобы встретил все цивилизации, то как Конгресс, в принципе, может собраться? Неправильно. Странно. Кто, непонятно, кто голосует. Ну, какие-то... О, я вас не знаю, но вы там голосуете. Не, я уже так меняюсь вроде. Португалец. А где можно сделки посмотреть свои? Ресурсы. Империя ресурса. Не то, что весь мир ресурсы, а под империей. Ищу тут хоть кого-то квадрилем убить. Но мне придется, видимо, туда плыть. Несомненно. Что тут? Гляну, что тут... кстати, а тут тоже интересно город поставить. Ну-ка. Давайте, наверное, мы вот тут город поставим. Германия, продлим с дружбой. Или вообще на этом, на... С кем?
Венгр. Продлим. Хорошо. Мне соль не нужна. У меня есть. У меня есть. Не сыпь мне соль на раны. Ну что, готов? За 15. Давай за 15. Пока подожду, посела покупать. Я бы в Каспе купил, но там, видите, на два жителя надо. Коля, душевная интонация будет. Не сыпь мне соль на рану. Бросил. Что так медленно усиляешься у тебя тут, Гера? Ну, сколько неусиленного места, смотрю. Бутылка еще есть. Может, нет производства, я не знаю. Ну, не знаю, да. Там на самом деле у Матяши такая территория огроменная просто. Вот у нас такая равнина просто, просто нереально огромная. Да, тут у всех есть территория, просто кто-то вот решили, например, вместо того, чтобы турок расселяться вправо, там венгр еще выше, решили грека подселить. Не, ну, у меня, например, территория огроменная, но у меня, как у Ноя, поэтому селись просто через 5, через 6 клеток. Мне иначе никак тут. Право, слева так немец уже там. Португалия, союз скоро. Да, долго еще. Долго. Блин, еще красителей столько. Поти хороший город будет. Я только подумаю, вот сюда, например, мне лучше кампус, ну, или священочка? У тебя где разведчик ходит, чтоб я мог понимать, ну, чтоб ты ко мне вышел, к моим городам? Самого верха карты? Ну, я не знаю, какие там ориентиры тебе сказать. Вот я вижу венгерского пращника, например, сверху. А, ну вниз иди, прям вот, столица моя будет, если это тот самый пращик. Ниже, вот его миссионер ниже, смотри, я пращиком пошел вниз, там миссионер. Вот, да, сюда иди. Тут, нет, так я поляка встретил. Уберу, граница прям здесь. Мне чисто... Кстати, и давай. А куда я хочу этот город поставить? Мне игра вот сюда предлагает. Ну, кстати... Почему нет? Неплохое место, я считаю. Так, вот теперь с поляком можно и поторговать чайком. Право прохода. Польша предложение. Не хочу ему право прохода, потому что он увидит мои города, понимаете? И сможет... Мы явно с ним не будем в союзе. Видим. И он будет ко мне шпионов просто посылать и гадить. Зачем? Зачем мне это надо? Открытой границы не будем, так? Ну, а зачем? Мы ж в союзе явно не будем. Караван ты ко мне посылать не будешь. А если не будем в союзе, то ты ко мне будешь шпионов посылать. Хорошо. Будем обходить. Франция, предложение. Так а чё, почему он так вот подлагивает периодически? Я вот не понимаю. То есть это какая-то проблема со связью с кем-то. И даже я думаю, что все-таки кто-то метки ставит. Так, ученичество я открыл без всяких шахт. Помощи копейщика. Институт феодализм. Чудо античности. Слушай, а ты где? Я то иду пращником, иду, иду. Нужна иду, ли мне картография? Вообще. Мне кажется, нет. Я мне кажется, в теократию надо идти. Я давайте пока Хевсуров откроем. Так, средневековые ярмарки отложим на исторические хроники. Все-таки. Я бы не знаю, какие тебе ориентиры дать. Ну понятно, а ты вверху у тебя города, внизу просто. А сколько они? Я, знаешь, к северо-западу от Венгрии, я бы сказала. Грузина, а ты в мою сторону селишься, что ли? Так,
Слави, Стамбул. А кто спросил, что я в его сторону селюсь? Кто спрашивал, что я селюсь в его сторону? Турок. Турок? Турция. Ну как? Ну вот этот город, который Талави стоит, это последний в ту сторону. Я не знаю, почему это считается. Ну как бы это... Мне кажется, он ближе к моей столице намного, чем к тебе. Нет? Нет. Я просто так планирую город вставить. Ну я же говорю, я в ту сторону уже не буду больше города ставить. Ну что, немец? Что, немец? Не увижу тебя, все. Нормально. А закажи мне тогда, как Грузии, я так на нее не могу. А иди там... А Грузии? Я у меня вот... Короче, доходишь до меня и будешь... Пол карты. Будь здорова! Около уже, около твоей Вильнюса. Хотя нет, знаешь где? Вот тут разведчик около моего Львова и стоит. Грузинский. Вот дойди до туда, он вот встретишь. Львов. Говорю же, от Винницы далеко до Грузии? До Грузии далеко. От Винницы, наверное, ну просто по географии. Смотри, тут клеток, наверное, раз, два, три, наверное, 30. Наверное, если идти по суше. Овечек обработаю, чтобы... А что думал, она поближе к городу поставить? Ну, хватит лагать, да, дайте походить, игра! Вот. Да, Грузия, что, Крым мой, понятно? Крым наш. Вот это Крым наш. Да. Крым... Нет, Крым-то твой, но ты бы так не быковал. Это который говорит человеку, у которого нет ни одного города на побережье, говорит, Крым мой, человеку, у которого все города на побережье. Нет, в смысле, ни одного. У меня сейчас Одесса, потом еще Херсон будет. Будут ли они у тебя? Вот вопрос с таким, с такой дипломатией. Не, так я и не говорю про это дипломат, я просто... Крым, просто Крым, мой, Крым и просто и мой, и все. Да. Так, 4, ну, 3. Это историческая земля. Польша, вообще, понимаешь? Надо сюда ставить, раз я решил тут эту фигачить. Я обидел крымских татар сейчас. Ну, где тут правительственная площадь? Ай-яй-яй. Француз, убери, пожалуйста, своего лучника. По следующему ходу я уже. О, так тебе грек вообще близко, осман? Что? Говорю, тебе осман вообще близко. Ну, мы с ним граничим, да. Плохо. Да почему? Может уже замириться с тобой. Кто говорит вообще для начала? Я не понимаю. Венгер говорит. Я венга даже не нашел, поэтому как бы такие дела. Так, исторические хроники. Стоит ли мне ставить? Вообще один ход остался, да, до колосса. Может поставить соседство? Ну, у меня правда кампус всего лишь один с другой стороны. Подождите. У меня вопрос, в Хатусе у меня есть, да, посол? Надо ли мне в Акад? Акад союзить. Атаки антикавалерийских юнитов. Такое себе. Ереван. Ну, то есть я бы... Апреслов. Привет, поляк. Это каждое здание в военных лагерях. Ну, такое. То есть первый посол я бы не ставил. Давайте, наверное, все-таки... Соседство кампуса. И 50% при создании поселенцев. Нет, давайте, наверное, вот так и вот так.
И нам нужны замки. Четыре хода. Так, тут рабочий нужен. И, наверное... Блин, тут посело опасно сейчас сделать пока. Что там? Ребят, у меня цева закрылась. У меня таймер. Таймер уберите. Так, подождем, походи, потому что они сами проатакуют. Убирайте таймер просто и все. А, господи. Микспа, ты тут? Я тут. Ну, ты таймер убираешь? Таймер. Ну, надо убрать, зачем? А, вылезил человек, я. Так, Грек, а тебя... Точнее, Грек и этот. Турок, у вас много религии этой? Немного, я погляжу. А какая религия? Я вообще ее не основывал. Не, я именно смотрю религии грузинской, чтобы побратить кого-нибудь. Ты сучка. Блин, кого мне теперь взять? Может, Магнуса в поте вот это вот все вырубать? Вообще интересная идея. Так. Ну, кстати, мы в поте можем и сюда тогда кампус поставить, например, да? Чтобы просто... Здесь вулкан никак на нас не действовал. Если мы здесь поставим правительственную площадь, а правительственную площадь, наверное, в горе будем делать. Поэтому давайте как-то вот так сделаем. Потом так. Кто-нибудь подскажет, где феодализм? После ярмарок. Вопрос. Где у нас акведук можно тут поставить? Ага, можно тут. Тогда сюда акведук. Ну, могу сказать, что снизу где-то после ярмарок. Точнее, сверху. Посередине. А, ну, посередине, да. Верхние две, они у меня открыты. Ну и, соответственно, сюда промышленную зону. Блин, в Талаве, конечно, круто было бы сюда поставить священное место, но это слишком долго ждать было бы. Нам надо, чтобы города росли. Так, давайте-ка мы в поте купим еще одного строителя. Слушай, Венгр, я думаю, мне вот... И следующим ходом я куплю здесь поселенца. Или что-нибудь другое тогда сделать. Где-нибудь тут ставить город еще. Как хочешь, ну... Типа исторически он там, ну могу ли бы какой-нибудь город сделать. Блин, средневековые ярмарки придется так брать. Клубничка. Хотя я могу ускорить, но у меня просто нету сейчас каравана никакого. Исторично. А, не, я, короче, смотри, что сделал. Я дедокоммунизацию. А к Египту я не дотягиваюсь. Он по-другому назывался, я забыл. Почему вроде до Иерусалима дотягивалось вроде? Так, ну ладно. Раз ничего не дотягивается, видимо, тогда давайте из... Да, правильно. Из этого... Из Поти в столицу. Блин, не могу...
Ну, это прикол, конечно, на самом деле, что ты так... Ну, ладно, тогда давайте куплю в Тбилиси, перекину просто потом в поте. Не могу купить, потому что тут уже рабочие, типа, есть, понимаете? А, стоп, у меня где-то куплен четвертый. Видите, у меня написано, что максимум, а где я купил? Раз, два. Может, я ускорил средневековый ярн? Нет, не ускорил. А где я купил... Александр, ты загрузился? Да. Странно, подождите. Три торговца написано. Три из четырех. Почему я не могу купить больше... Торговцы. Можно закончить, я этот походил ход, в котором я вылетел. Не, нам надо, чтобы ты зашел. А, я строю его, блин. Ну ладно, пускай он достроится тогда сам. Ну, не подсвечивай. Раз уже строим, сохраним немножко веры. Что нам тут можно прикупить? Вот интересный инженер на чудеса, так? Я не зашел полностью. Плюс, кстати, я сейчас получу, между прочим, торговца за конец колосса. Не знаю. Но буду ставить. Не могу уже раз. А тебе не кажется, что у тебя Зиновьевск очень далеко вообще? Да ты что, нормально. Ты поверишь, я еще остался. Серьезно, короче, мне кажется... Смотри, давай вот так вот. Мне кажется, зря так поляк. Сейчас, по той простой причине, что в шестой цели надо, чтобы города друг на друга влияли. Хорошо. Не знаю, мне так... Ты не кажется, как-то ты широковато вообще? Ну, какое место старта такое расселение серии? Странный человек. С тобой будем. Не думаю. Что? Не думаю. Зачем я с тобой союз, если у меня есть Египет и турок? Ну ладно, ну, посмотрим, короче. К Египту вкусные караваны на еду бегать. У турка просто на побережье эти, из моря в море. Несмотря на караваны, которые ко мне бегают, это просто... У Португалии плюс 18 с каравана. Ну, он, наверное, взял эту способность... Ну как его? Как эта фигня называется? Плюс два? Да. Блин, столько в героическом веке. Это вы... Да как вы в темные все повыпадали? Вопрос. Они сидели и бегали. Да тут реально на то все в героическом, да. Причем я удивлен, что это, например, венгр, турок и грек, которые в центре карты. То есть, прям никого не найти, это вообще, конечно. Как бы я не старался упасть в темный, так выше получилось. Там просто места хреновые. У них, да, у них нету чудес природы, по-моему. У меня есть. Короче, это... Грузия, давай ставь метки, какие тебе вот хочется. Мы вот договоримся, давай, насчет городов, хорошо? Да я не знаю, где я там хочу ставить по КГ. У меня в другую сторону есть куда поселиться пока. А, ну хорошо. Я просто не понимаю, какие... Я не понимаю, какие метки. Тут у тебя куча территорий. Я вообще не представляю, как ты тут вот это все планируешь заселить. Очень легко, у меня территория говно. Я собираюсь очень все вот широко. Ну давай, вперед. Я не знаю, как... Что мне тут метки ставить? Я вообще не представляю, как ты можешь к моим границам тут все заселить. Ну, если застелишь, ну, мои проблемы тогда, видимо. Не, я видимо... говорю, я вот севернее вот этой не собираю, то есть, точнее, южнее, извиняюсь, вот этой не собираюсь дальше в ту сторону ставить, которую я тебе показал. Она очень далеко, но вот... Ну, тогда вообще не знаю, что нам обсуждать, потому что я вообще не уверен, что я нормально до того не, как-то заселю. Не, просто учитывая, я же селюсь, может, ты точно так же хочешь селиться. А венгр уже зашел. У меня просто места плохие, у меня промки нифига тут нет. Я города ставлю, где хоть какие-то там леса, а у них хоть что-то есть. Я решил еще рабочего в Телаве купить. Так-то 180 стоит поселенец, я думаю, нам этого хватит. А, кстати, надо в Телаве, наверное, стены тоже. Или все-таки сначала, нет, давай священное место пускай построится.
Ну, очень хорошо растут города вот с таким верованием. Производство у меня есть другое, то есть тут не было смысла брать трудовую дисциплину, потому что соседство-то не особо большое. Там, мне кажется, Египту надо было в трудовую дисциплину. Я не знаю, зачем, например, поляк брал трудовую дисциплину. Я уверен, что у него там нету особого соседства, как мне кажется. Есть колосс. Так. Пожалуйста, подожди. Этим сюда идем. Ну, у нас уже купим. Начался ход. Блин, у тебя что, рассинхрон? Нет, нажми еще на глобус. Венгр такое ощущение, что типа ход закончил. Ну, у меня начался новый ход. Ну, у всех начался. Венгр, нажми на глобус. Я плюсик бросил, он пришел хотя бы. Юниты перемещаются, есть, вроде бы. Ну, слава богу. Хорошо. Все, есть, фух. Так, наверное, все-таки этого из Каспия отправлю. Тут обработаем камень пока. Почему нам еще имеет смысл строить стены? Потому что у нас еще и принято плюс 100% к зданию в центре города. То есть стены вообще... А напомните, где союзы-то? Угадай, после чего? Союзы в Средневековье. Так, наверное, я тут все-таки акведук тогда начну, раз я сейчас вырублю. После ярмарок просто, они там пациенты. Акведук. Какая разница, где они, мне все равно убили. Я понимаю, что тут еще Магнус не приехал, но, блин, в данном случае нету смысла ждать. Так, что у нас в Телаве обрабатывается? Овцы, железо. Первый стратегический ресурс в этой игре обрабатываю. Там, кстати, я не понял, Миш, там как сверху нечто придет к... Знаете что, давайте я тут куплю да, строителя и один ход отложу производство. Так, этого... Короче, давайте... Грузия, колосс построен. Амбар, наверное, не нужен. Водяная мельница тоже пока не нужна. Ну, акведуки странные, как я и говорил, промышленные зоны тоже, наверное. Ну, короче, это не для Тбилиси пока. Давайте библиотеку. Там уже у Рима 85 науки. Ничего страшного. И культуры, ну да, сейчас. Забирали, спрятали. Качнем. Культуры только во Франции, и вот, ну, норм идет. Рейну или Лян. По крайней мере, он взял на это. Совсем, может, да. Лян в горе и на аквакультуру, но я здесь не смогу. Канонии, кто заселил бы? Это, ребят, это Египет или Грузия? Так что не надо тут. Ну, это с гавани Санта Коммерция. Ну да. Потом ничего не будет. Ладно. Вопрос такой важный. А кто в итоге эту Иудею-то заселил? Египет, Турция, Грузия, кто? А, есть вариант никто. Израиль. Ну, Иерусалим захватил Египет. Да, Иерусалим. А. Мне просто важно, чтобы... Хотя, блин, а турок канал собирается, вот где Босфор строить или нет? Мне просто важно, чтобы у Грузии был выход к морю, чтобы вот что-то Рим, если что, вот там сделать. Ядерки укинуть, прочее, вот это вот. Класс. А почему против меня, я не понял, так сразу? Нет, подожди, не понял. Ты мог Рим против кинуть. Меня, чтобы ты мог меня кинуть. Не, он говорит, чтобы Рим мог что-то сделать. То есть уже предполагается, что тебе придется против меня что-то делать. Да. То есть, типа, тут уже все решено. Короче, Грузия и Рим будет воевать. И поляк хочет со мной союз заключать при этом. Рим лидер, ты на втором месте. Ну, лично ты предполагаешь. Понимаешь, у меня 5 городов. И я больше, сейчас еще 3 города поставлю, и мне больше селиться нет. Может, заповедник, давайте глянем. Всего-то, блин. Нет, тут никак. Блин, реально, что в Сухуме... Что это не больше? Кстати, а что у них в Минске через капс написано? Короче, сделаем, сколько хотите. На минуту хотя бы не меньше. Ну, думаю, 2 минуты пойдет. Ладно, давайте строителя. Наверное, Лян пока динамический, в чем дело? С Хуми. Зачем определим. Ставить таймер? Потому что большой таймер сейчас.
Сколько вы хотите таймера? Закончите ход, он, может, следующий будет меньше. Ну, я как бы против, потому что у меня периодически игра лагает просто, и, ну... Я согласен, там таймер норм работает в зависимости от количества городов и игроков. Нет, ну просто игра периодически лагает, и получается, если ты меньше таймер поставишь, я и так иногда не успеваю. Ну вот, из-за лагов. Так-то я вот, например, видишь, уже два хода, две минуты я уже закончил ход. Но когда лаги начинаются, я сижу, жду, когда пролагает. Так, о, бесплатного торговца еще на флотоводец набился. Кайф. Тоже в тему. Так, значит, из Поти мы пока в Тбилиси. Из Каспи я... Наверное, в Цхуме, просто чтобы дорога была по суху. Блин, тут Кудрирему могут приговорить. Блин, тяжело-то как. Может, плюс 5 против я варваров взять? Я уже торгую вином, поэтому, сори. Тут проблема в том, что... Ладно, давайте так встану. Что она на одну клетку только стреляет, Кудрирема. Грех, посмотри предложение, что ты хочешь за это? Нет, я не согласен вообще. Пойду я палету найду. Хочется, конечно, и города... Ну, я всегда за дружбу, если Рима что, как бы. Увидеть. В любом случае. Работаем. То есть пока Магнус не сядет, я не пойду вырубать там. Так, ну и тут, пожалуй, я все-таки поставлю прямо на красителя. Ну давай, пожалуй. Вот так пойдет. Спасибо, так дорого. Подожду. Ну не хочешь, как хочешь. Франция, предложение. Ура, предложение. Ух, как у всех предложения-то начались. Так, я, наверное, подожду, когда этот город встанет, переброшу туда этот караван. О, другой континент нашел. Я, походу, все континенты нашел. Собственно, их три только. Азия, Африка и Европа. А вон цехе. Две бомбарды. На самом деле это трибушеты. Так, а торговая республика вообще видна где-нибудь? Ну, немец там дальше должен быть, где-то за венгром. Пойдем влево, ух. Блин. Блин, я не знаю, как с этими варварами разобраться. О, слушайте, я сейчас эту должен убить, по идее. Ну-ка.
Эх, чуть-чуть не хватает. Рим, заключим союз? Давай, какой? Португалия, стрелка. Что? Киты. Какие там у тебя остались? Киты у меня есть, красители есть, медом я торгую, ну, черепахи с Римом. Турок, я цитрусовые, гипс с венгром. О, давайте. Что говорит? Рим. А, блин. Португалия, предложение. Может, оливки с Португалии? Подожди, вино у меня, по-моему, есть. Португалец, не будешь за ресурсы деньги давать, нет? А, мне пока на развитие надо деньги. А, надо с Римом. Окей, просто у тебя много хода. Рим, предложение. Так, этот, кстати, клетка к поте, надеюсь, от... да, это должно к поте, а не к горе. Потому что у горе это третий радиус, а у поте второй. Так, киты. Рим, забирай флотоводца. Ну, киты у меня... Реально только здесь я могу поставить сразу промышленное производство. И, по-моему, оно на... Ну... Ну, вот я, например, уже 20 секунд не могу походить. Что делать? Лаграет или что? Ну, конечно. Мне шикарно произошел. Вообще хорошо стало. Военных юнитов. В городе-государстве. Так, сейчас будем стены везде ставить, следующие. В общем, карточку я могу опять поставить, а по-моему. Мы с тобой будем связиться или как вообще? Может, мне сразу в цехе идти, я вот ну, думаю. С Римом разберешься? Это что значит? Ну, тебя не смущает, что у него в три раза больше армии? А, у меня есть и так 100% так. Стоит. Ты хочешь сказать, что он на меня сейчас нападет? Да я не буду ни на кого нападать, я просто апнул юнитов. Я этого не говорил. Я тебя понял. Подтяни армию. Я с кайфом засоюзусь. Поляк, убери свою ревью, меня случайно пророк сделался. Ну хорошо, ну окей, я все равно на них убью. Куплю святилище, хорошо. Чтобы просто было, видите, 4 хода, теперь 2 хода, чтобы еду добавило. Валетту пойду искать. Шунец, а в какой стране у тебя города наиболее такие крупные? Они крупные? Ну, чем дальше на запад, тем крупнее. Турок и Египет, а у вас союз когда? Ну, в общем, я в союзе уже. Как выйдете, предлагаете. На следующих. О, немец, здорово. Наконец. Это ты в Крыму, ты в курсе, кстати? Да. Сделку кинул. Блин, а я тебе в ответ... Я не понял, принялось или нет, не пойму. Ну да, у меня чай появился. Ну все. Так, тут ждем один ход, когда Магнус приедет. Начинаем акад обращать. Постою пока тут. Ну, надо будет отступать, скорее всего. И в Тбилиси.
Так. Рим, давай союз с Португалией. Мне, наверное, в теократию имеет смысл. А, ну как раз против морской. Ну да, почти. Нормально, зато свистнул у меня великого ученого. Блин, грабит мне священные места, прикиньте. Это очень интересно. Поляк, убери этого скаута у меня тут. Да, у меня есть компуса. Я считаю, что это важнее. Окей. Так. Ищем Валетту. Грек отправляет караваны. Вот, я поэтому сюда стоял, чтобы мы могли вот так убежать. Я сюда приходил чисто прокачать морскую эту. Так, приехал Магнус. Отлично. Следующим после акведука мы будем священное место ставить. А, блин, в горе надо было, наверное... Блин, в горе надо было вместо кампуса правительственную делать. Грузия, посмотри. Легкая тупизна. Португалия, предложение. Так, жилья нету. Вот тут, наверное, стоит амбар, потом универ. Грек, с этим скаутом вправо не иди, там узкий проход, мне он нужен, ты сейчас блокируешь. Грек, а ты в союзе вышел? Стены. Ну, через... несколько ходов. Ну давайте, кстати, фарусский маяк. Грузия, предложение. На самом деле. Когда ты в союзы выйдешь через какое-то время. Да. Потом сколько ходов? А, ну тоже просто 5, я думаю, может поставить там. Зайти в другой цель, думаю. Ну ладно. Хочу ускорить просто. Ну, 6 ходов. Я ускорю и открою. 6 ходов. Вот и границы немца. Ну, к французу... Предложение уже другой принял. К французу там не пройдать, наверное, храм? Или... Нет, давай там средневековые стены, потом храм. Надо цехе будет ставить. Если Франция, я уже принял. Чтобы еще раз в золотой век выйти. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!